Ну что, Вики, ты готова? Ну ладно, давай уже. Врубай эту хрень. Я уже врубила вообще-то. А, да? Запись идет. Ну давай, зачитывай, что там. А представиться? Всем привет. Я Виктория. Так, и что ты будешь сейчас делать? Я буду отвечать на вопросы. Отлично, Вики. Спасибо. Итак, первый вопрос. Как ты познакомилась с Анной? Ну, значит, еду я и вижу, девушка с мотом стоит. Ну, остановилась, ясное дело, спросила, что стряслось. Что там у тебя было, кстати? Кажется, ремень порвался. А по-моему, у тебя корп полетел. У меня инжектор. А вот был бы карбюратор. Ой, не начинай, а. Короче, помогла, чем смогла. А после этого и сдружились. Что больнее, рожать или по морде? Ну, рожать и больнее, и последствия от них страшнее. Виктория, вы даете своим детям пивка? Не, ну давала, чтобы они отвязались уже, а то... Ой, мама, что это? Дай попробовать. А потом такие... Что это за гадость? Хотела бы ты дочку? Блин, ну даже не знаю. С этими двумя болтусами еле справляюсь. А дочку... Блин, я даже не знаю, что с ними делать, реально. Ну, как там, платья всякие, куклы... Не, не мое. Как прошла ваша свадьба? А, ну, блин, весело прошла, наверное. Я не помню, я так нажралась просто. Может, ты расскажешь? А, я тоже не помню. Я свалила до поцелуя. Поцелуя с кем? А, ну и вопросы. За что ты полюбила Глэма? Господи, кому это может быть интересно? Ну, он такой псих. Бешеный. Ну, короче, ну да. Ну, прикольный. И это все. Дальше давай. Тетя Виктория, расскажите о своем детстве. Детство как детство. Еще не могу сказать. Покажи свои татуировки. А, что тебе еще показать? Совсем охренело. Как относишься к Чесу? А у Лидии и правда хламидии? Хламидии. Мне кажется, у него там реально хламидии, блин, и мандавошки, и глисты, весь запах, короче. А к Чесу, ну, как я отношусь? Нормально отношусь. Хотя он странный, конечно. Какие отношения с родителями? Никакие. Там Глэм, Уди, сигареты нашел и молчит. Правда, не понимаю, в чем вопрос. А, ну я же сказала, ему на кухне не прятать. Маленький пи***ук. Сколько лет вы с Глэмом вместе? 16 или 17 лет. Почему ты не любишь ездить на заднем сидении? Ну, блин, я вообще в машине ездить не очень люблю. На переднем я еще как-то могу себе представить, что я типа на мотике еду, не так противно просто. А на заднем как-то совсем неприятно. Чем закончился вызов родителей в школу? Ну, я последний раз как-то с кувалдой в школу приехала. Но там уже поздно было, один охранник остался. Не, ну мы с ним попили. На этом все и закончилось. Хороший мужик, кстати. Когда будет разговор с училками? Мне кажется, он будет веселым. По-моему, ты только что ответила на этот вопрос. Ну да. Знаешь ли ты о прошлом Глэма? Ну, что-то там у него папаша какой-то богатый был... Яхты какие-то. Ты его хрен расколешь, знаете. Ничего не рассказывает. Ну, я, собственно, и не очень интересовался, если честно. Все равно яхты не досталось. Какой пивасик самый вкусный? Марка. У вас такой нет. Опять про Глэма. Давай пропустим. Не-не, давай читай. Слышала ли ты, как круто наяривает на гитаре Глэм? Если да, опиши впечатление. И еще какую музыку любишь слушать? Не, Глэм круто играет на самом деле. Блин, я иногда даже пальцы его не вижу, он так быстро там перебирает вообще. Прикольно. Ну, блин, я, честно говоря, не очень разбираюсь во всех этих штуках. Это они там с Чесом вечно обсуждают какие-то, как там, сексты. Не знаю. Но, по-моему, очень круто, да. Угу. Ну, а по музыке мне, ну, что-то тяжелое нравится на самом деле. Ну, типа Амаров, Гатерамов. Что такого сделал Глэм, что ты согласилась сказать ему «да» и построить семью?
Я реально не знаю, что ответить. Короче, какой вопрос, такой ответ. Ну вот и я о том же. Сдолбали со своим глэмом. Да нет, ну не в глэме дело, просто, ну это такие вопросы интимные. Следующий тоже про глэма. Блин, ну давай читай. Вики, что ты подумала, когда впервые увидела глэма? Я подумала, что за тупо. Какой рост и вес? Рост 177, а вес... Слушай, если скажу, что 65 это 7, будет. Ну смотри, у меня 1,73 м, вес 60, и я не качок. Тогда вот так запиши. Вес 78. А, 4 вопроса. Думаешь, ты самый умный? Я... это девушка. Не, ну 4 это читерство. Задай 2 из них. Окей, давай последние 2. Кто в семье готовит, что ты больше всего любишь из еды? Ну, готовит в основном глэм. Но если дело касается мяса, тут вступаю я. Я просто в этом деле больше разбираюсь, знаешь ли. Любимое блюдо – стейк на гриле. Medium rare. Правда ли, что ты бросала глэма через прогиб? Ну, было дело, было. Откуда такая любовь к мотоциклам? Блин, ну что за вопросы? Откуда, откуда? От верблюда. Какой у тебя байк? Лучший. Урал или Днепр? Ну, нет, Урал, конечно, классика, но я, наверное, больше все-таки за Днепр. У него вкладыш в коленвале, и он потяжелее, а на мой взгляд, вес – это надежность. За сколько купила мотоцикл? Купила. Вики, а ты поборешь меня в армрестлинге? Дай на нее взглянуть. Это вот она? Не, извини, конечно, подруга, мне кажется, я тебя поборю. Ска или Блэк? Ну, Блэк. Блэк определенно. Почему ты такая крутая? Ой, да ладно, ты тоже ничего. Это вопрос. А, ну, да, я такая. Вики, вот на щеке. Здесь? Левее. Как ты относишься к тому, что Хэви все время влезает в драки? Да пусть влезает! Мой пи***ик. Кем для тебя является Анна? Ну, подругой, хорошей. Как часто ты ходишь в качалку? Ну, когда чувствую, что форму теряю, но не прям регулярно хожу на самом деле. Какой лучший байк, на твой взгляд? Лучший байк – это кастер, который ты сам довел до ума. Во сколько набила тату? 17. Вики, уважаю за любовь к байкам, но почему не признаешь именно спортивные модели? Да потому что ты как креветка, блин, на них сидишь. Нормально я сижу. Как креветка. Был ли у тебя когда-нибудь интерес к девушкам в плане романтических отношений? Ну... Да бак! Что? Хватит, блядь, сверлить, мы тут блог записываем. Ладно, давай дальше. Подожди, на вопрос-то ответь. Ну блин, по пьяни и такое бывает. Сколько пива сможешь выпить за раз? Ну, банок 5 или 6. Бьешь детей? Ну, подзатыльники разве что дают. Для профилактики. Как тебя успокаивает глэм, когда ты в бешенстве? Ну, у него есть свои методы. Виктория, откуда у тебя страсть к автомеханике? Сколько жмешь? Полтинник на 9 повторений. Что произошло, когда Хэви помогал тебе менять масло? Я говорю, гайку аккуратно откручивай, но только не урони в масло. Нет, руки ошпарил, гайку в масло уронил, масло опрокинул, те все в масле. Этот со шпаренными руками ноет. Короче, в ближайшее время он мне помогать точно не будет. А можно задать такой нескромный вопрос, а где вы работаете? Это как-то связано с вашими любимыми байками? Ну вот, мастерская, я в ней работаю. Тебя в школе гнобили? Если да, то как справилась? Да я в школе-то толком не училась. Вы скучаете по Ди и Хэви, когда они были моложе? Ну, как говорится, маленькие детки, маленькие ветки.
По крайней мере, по Хэви точно не скучаю, ну, без конца. Покажи обручальное кольцо. Да я его как бы это... Так и главное говорить. Как относишься к макияжу? Ну, гламур, красивый макияж. Виктория, вы очень мускулистая и мужественная. Как люди относятся к тому, что глэм слабее тебя? Да мне срать, как люди к этому относятся. Главное, как глэм к этому относится. А ему, походу, норм. Чиню у Рига 13. Предположительно, сбита настройка поршня. Свеча срабатывает до того, как поршень доходит до ВМТ. Есть советы по его настройке? Блин, смотря какая система зажигания. Если это та допотопная Рига 13, о которой я думаю, то там этот сбит. Бегунок бегает. Может, он сбился? Если современный, то там сам датчик может ошибку выдавать. Датчик положения коленвала. Ну и плюс не надо забывать, что вспышка, она всегда чуть раньше, чем когда поршень приходит в верхнюю мертвую точку. Так что это в любом случае смотреть надо. Так просто первое, что в голову приходит. Спорим тебе, слабос, есть сюрстрёминг. Фу, что это за гадость? Не спорю, мне слабо. Мы как-то с багом попробовали и всю мастерскую обливали. Если настанут тяжелые времена в плане денег и работы, не будешь ли ты против того, чтобы Хэви жил с Чесом? И как ты относишься к тому, что Хэви в каком-то роде восхищается чесноком? Чё? Чё за бред? Были ли у тебя мысли развестись с Глэмом? Нет! Хэви приемный? Ты, блин, приемный! Дай посмотри, кто это написал. Ты банить умеешь? В кадык или в пах? В кадык, наверное. Пах как-то совсем. С кем было труднее? С Ди или с Хэви? Ну, когда был только Ди, думала, что с ним сложно. Но когда появился Хэви, поняла, что Ди был просто ангелом во плоти. Сидел там, молчал, ковырялся где-то. Это без конца орёт. Макдональдс, Бургер Кинг или KFC? Ой, сложный вопрос. Ну уж точно не Макдональдс. Наверное, все-таки KFC. Она все равно это не прочитает, но все же. Как ты научилась пользоваться соцсетями ВК в твоем-то возрасте? Чё? В смысле, а что не так с моим возрастом? Вообще нехорошо людей по возрасту судить. Дюк. Вики, ты знаешь, что Хэви коснулся... Ну продолжай. Чё ты остановился-то? Сама прочитай. Чё там? Задница тёти Анны? Ну блин, мой пи***ёк. Написано капслоком. Почему вы не разрешаете Хэви завести котика? Ой, ну начинается. Ещё вы меня будете в комментариях доканывать. Вы думаете, Хэви будет убирать за ним говно? Нет, говно за ним буду убирать я. А он будет его только тискать. Оно мне надо? Нет. Кота. Почему в самом первом клипе на канале, когда ты уронила ключи в люк, ты зубами решетку не вырвала? Не в твоем стиле было разламывать рулевую колодку, если вы так паритесь по карбюратору. Чё? Какой клип? Какой канал? И откуда ты знаешь, что я ключ обронила? Ты чё, следишь со мной? Вик, как ты относишься к ЛГБТ-сообществу? Что ты будешь делать, если один из твоих детей будет ЛГБТ? Не будет. Ну, как я поняла, у Хэви с этим точно проблем не будет. А? Виктория, поведаешь про мотоцикл, который въехал в статую, и там еще образовалось слово help? Давай следующий вопрос. Сильно расстроилась из-за яхты? Блин, конечно, это ж яхта! Как ты реагируешь на то, что Ди и Хэви шиперят? Я знаю, что они братья, не бей. В смысле, чего? Какой шиперят? Ну вот здесь картинка, посмотри. Фу, вы что, больные, что ли? Скажу по секрету, Ди и Хэви не смогли вместе одолеть одного пацана в их школе. Но я этого не говорил. Это стукач. Как думаешь, кто быстрее найдет себе девушку? Хэви или Ди? Ну, наверное, Ди, он все-таки постарше. Да и кажется хорошо. Вики, хотела спросить. Бокс или армрестлинг? У нас обычно начинается с армрестлинга, а заканчивается боксом. Вики! Mm-hmm. Чё там с зелёным так старым? Заказчик пришёл! Чего? Какой ещё зелёный трак стар?
которому утром надо было фильтр поменять. Ты его начинала? Отрубай! Отрубаю. Всем пока.